Привет, друзья! И сегодня мы опять у мастера Самоделкина будем крепить рога вот на такую планшетку. Для этого нам понадобится вот такая деревянная заготовка, которую я вырезал, покрыл морилкой, лаком. Соответственно, нам нужны рога. Рогам молодого оленя. Желательно двое штук. Значит, и сейчас мы будем их крепить. Что для этого нам нужно? Значит, ну, соответственно, планшетка. Значит, мы их подгоняем в этом плане. Но так как они здесь выломаны в черепе, то есть выломаны, выпилены, вот, то бишь мне нужно их подогнать так, чтобы они были идеально. Ну, для этого нам понадобится небольшое точило. На точиле сейчас мы выровняем площадь ровно так, чтобы оно садилось идеально. Погнали. Так, стачиваем этот угол, стачиваем тот угол. Вперед. Запускаем механизм. Ну и запах. Так, смотрим. Смотрим так, чтобы у нас все четко становилось. Так, тут чуть-чуть подровняем. Так, смотрим вторую. Так, смотрим, как у нас становится вторая. Тоже ее чуть-чуть подпиляем. Так, ну, все понятно. Так, теперь нам нужен кусок камня. Обязательно мы его мочим, чтобы к нему ничего не прилипало. Берем рог, пистолет с пластиковым клеем. И чтобы нам деревянную заготовку не испортить, мы ее пока убираем. Теперь мы вот это пространство заполняем этим клеем. То есть мы его заполняем, чтобы потом он высох и придать ему форму. То есть мы спокойно льем туда столько, сколько душе угодно. Ну, пока, поначалу. Все это застынет и будет у нас хорошим клеем. Хорошей основой. Так. Вторую основу. Также. Значит, сюда большая часть. Вперед загоняем вторую часть. То есть мы недостающую часть просто забиваем клеем. Так, пока у нас одна часть подсохла, подстывает, значит, смотрим еще раз здесь, как у нас, сколько еще заполнить нужно. Так, ну вот и льем. Так, в эту часть мы заливаем спокойненько еще натрамбовываем клеем. Так, помногу не будем, то, чтобы он не растекался. Придали уже немножко, приклеили его к каменной плитке, слегка смочены водой, чтобы сильно не прилипло. И теперь заполняем всю оставшуюся пустоту и пространство клеем уже спокойненько. И у нас получится четкая, ровная форма. Такая, какая нам нужна. Мы заполняем уже уверенно. Придаем столько, сколько нам надо. Открывать его. Теперь эту часть. Пусть еще дальше стынет. Рух делаем. Смотрят, у нас немножко
расшатался. Ну и ничего, мы сейчас его обратно сформируем. Главное, у нас плоскость уже готова. Сейчас мы туда клея надаем. С этой стороны тоже. Заполняем пространство, пустоту. Готово. Идем студить. Все, что мы заполнили пространство клеем, у нас уже он подсох. Слава богу, на улице мороз хороший. Теперь наша задача оторвать от каменной пластинки. Несколькими. Все, у нас пластинка отлетела каменная. Сейчас мы дозаполним пространство, которое нам видно. И работаем дальше. Так, берем еще один клей. Тут у нас наш основа уже сформировалась. Теперь пустоты, которые у нас остались, мы их сейчас быстренько дозабиваем. Так, во второй части рога у нас тоже пустота образовалась. Мы ее тоже сейчас заполняем. На мокром мы делаем пару движений круговых, чтобы у нас площадь была ровная. Камень у нас холодный, и поэтому клей у нас не прилипает. Вот, соответственно, вся площадь выровнялась. Так вот у нас получился такой вот наплыв пластиковый из клея. Пустота. Лишнее мы пообрезаем и будем готовить к монтажу. Продолжаем дальше, друзья, монтировать рога оленя на планшетку, на основу. Продолжаем дальше готовить рога, крепить на основу. Значит, мы сделали с пластика две такие основы. Их будем сейчас подгонять. Значит, вот сейчас они уже становятся идеально. Плоскость у них идеальная. Значит, я выбираю место. Вот они вот так вот красиво, ровненько стоят. Берем теперь листик. Ложим. Обводим. Обводим карандашом или ручкой. Кому, у кого что есть. Мы обвели на листике. Теперь выставляем, где у нас будет середина. Вот я обвел листик вокруг рогов. Основ, на чем будет крепиться. Значит, наметил два отверстия. Теперь моя задача вывести, где середина. У деревянной планшетки берем и выводим сюда и сюда. Так, намечаем отверстие одно и намечаем отверстие второе. Берем дрель. Отверстие сквозное мы сделали. Теперь эти же отверстия мы пробуем загнать в рог. Так. Так, отверстие наметили. Теперь мы просверлим спокойненько. Ровно столько, сколько нам позволяет глубина нашего пластмасса и нашей кости. Так, одну мы готовы. Сейчас мы для начала, наверное, подготовим отверстие сзади для крепления на стену. Так, вымеряем середину. Здесь пятерочка. 25 пополам. 12,5. То есть вот здесь вот будет. Так, и под легким уголком ее. Главное не пересверлить. Так, вставляем саморез. Закручиваем. Шуруповерт я дома
поставил. Так, раз, два, раз, два. Есть, выход есть. Первый рог. Так, и значит, крутили один. Сейчас мы его чуть-чуть подровняем. Второй. Делаем его со стыковочку красивую. Так. Раз, два. Опа. Так, ну вот мы закрепили. Так вот я обклеил меховушкой краешки. Получилось так вот оригинально красиво. Ставим цвет, насыщенность лаком рога, чтобы они были более-менее красиво блестели. Так. И радовали глаз. Теперь они у нас надежно висят на основе. Сзади мы придумали отверстие, то есть можно вешать на стену. А завтра я куплю веревку, бечевку льняную. Здесь навяжу узлом, здесь подкрашу, кусочек меха доклею. Так как на сегодняшний момент я поискал мастерской, не нашел. И можно будет вручать Анютке подарок. Ну, это, конечно, не ее рога, это подарок для нее. Уж она любит все такие вещи, как и я. Ну, вот так получилось у нас красиво. Увековечили на стене. Шикарно. Как раз вешалка, куда шапки ложить. Всем удачи, кому понравилось это видео. И, может быть, пригодилось, как прикрепить и что с ними сделать. Это удобное, хорошее крепление. Всем удачи, до новых встреч. Получились вот такие красивые рога на таком супер креплении.